Отис. Кажется... Кажется... Что? Он что? Слушай, в какой-то момент мне показалось, что я нравлюсь тебе. А ты нравишься мне. И я испугалась и ничего тебе не сказала. Расскажи, как было, покажи мне слезы. Неужели веришь, что у вас серьезно? Столько ран на теле назовешь любовью, но в моей постели ты свободна. Расскажи, как было. Я буду честен. Тебе больше никто этого не скажет. Если кто-то говорит что-то интересное, но только для секса, то он просто врет. Так что удачи с твоим парнем. Смотри, слезы пустил. Придумай что-то новое. Это просто глупое ожерелье. Нет, ты единственная глупая вещь. Поверхностная и бесполезная. Нет, нет. Отстань от меня. Нет. 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 Дай мне умереть. Я хочу умереть. Елена, что происходит? Нечего. Расскажи, как было, покажи мне слезы. Неужели веришь, что у вас серьезно? Столько рано тебе. А чего ты злишься? Потому что мы так нельзя. Это нечестно. Ты мне нравилась. Очень нравилась. Да я с ума сходил от того, как ты мне нравилась. Я тебе нравилась? Да. Конечно. А теперь ты говоришь, что это было взаимно? Да, но я запуталась. У меня есть девушка. Я ведь забыл про тебя, Мэйв, и все нормально. Все как надо. Все отлично. Мне пора идти. Расскажи, как было, покажи мне слезы. Неужели веришь, что у вас серьезно? Столько ран на теле назовешь любовью, но в моей постели ты свободна. Расскажи, как было, покажи мне слезы. Неужели?